Всем привет, друзья! С вами Просвет ТВ, и сегодня мы находимся в роскошном ресторане «Мартини», где пройдет финал фитнес-проекта «Боди Слим», 11 сезон. Ну а как это все будет выглядеть красиво и изящно, следите в нашем репортаже. Этот сезон, как и все, замечательный. Он более какой-то теплый, наверное, семейный. До конца дошло не очень много девочек, но при этом они вот как настоящая семья, друг за друга все. Сегодня у нас вечеринка в шляпках. Да. Вот, у нас все истинные леди. Хотела немножечко спросить о лагере. Что за лагерь? Сколько девчонок туда поедут? И что там будут делать? Сколько времени будет длиться? Фитнес-лагерь будет Slim. Он будет длиться неделю. Будет он с 4 августа по 11 августа. Во время лагеря мы будем тренироваться, правильно питаться. У нас будет серия психологических тренингов. Будут походы в горы, пешие, поездки на УАЗах по горам. Девушки, расскажите, чем будете сегодня радовать всех участниц? Здравствуйте, я представляю магазин «Оникс» профессиональной декоративной косметики. Мы будем прям финалистам дарить бьюти-боксы с косметикой. И остальным участницам будем дарить тоже комплименты. Я так понимаю, что девчонки отправятся в аквапарк, в Евпаторию и будут хорошо проводить время после того, как они изрядно потрудились. Да, они отправятся в Евпаторию, в Акваленд и отправятся в аквапарк «Судак». Проведут там замечательно свои дни. И каждой участнице, победительнице, мы дарим по 2 билета. Что пожелаете всем девушкам, которые работают над собой такое долгое время? Быть такими же красивыми, интересными, потому что я хочу сказать, что и Кристина у нас молодец, она девушек, женщин делает счастливыми, уверенными в себе, ну и прекрасными. Сколько девушек вы уже сегодня одели в свои прекрасные украшения, и что для вас вообще вечеринка в шляпках? Главная героиня, хозяйка и ведущая уже в моих шляпках. Я, вот Валерия, ну и еще несколько девочек с проекта. Уже, в принципе, 6-й сезон, финалистки, да, фитнес-проекта «Боди Слим» – это те девочки, которые регулярно посещали мои тренинги. И, в принципе, я каждый раз ими безмерно горжусь. Вот, и понятное дело, что это моя работа, и я чувствую вот безмерную гордость. У нас будет сегодня несколько подарочных сертификатов. Одну процедуру мы разыграем, а также мы всем присутствующим сегодня предложим очень интересное предложение по промокоду Body Slim, кто вдруг сегодня окажется обладателем счастливым этой брошюрки веселой, сможет нам прийти и до 50% получить скидку. В этот раз я решила и сама попробовать, потому что слышала самые-самые потрясающие отзывы от этого проекта. И я не пожалела, что я туда пошла, потому что это возможность совершенствоваться не только внешне, но и внутренне. Спасибо Кристиночке, что есть такой проект. Замечательный проект. Я достигла чего-то нового, внутреннего, мир свой новый открыла. Открыла для себя физическую свою активность. Мы достигали новых результатов. Я тоже хочу поблагодарить Кристину за ее фитнес-проект. Она молодец, умничка, она старается для нас. И тоже хочу сказать, что все приходите.